понедельник в ДК имени Газа прошел праздничный концерт, посвященный 23 февраля. Зрители могли увидеть на одной сцене и яркие выступления ансамбля «Песни и пляски» Западного военного округа, и услышать песни военных лет в исполнении знаменитых артистов. Среди них лауреат премии «Шансон года» Виталий Аксенов, народный артист Эдуард Хиль, также лауреат международных конкурсов Лариса Луста и многие другие. Концерт, самое главное, посвящен очень хорошему празднику, Дню защитника Отечества. Он такой стал практически синонимом мужского праздника, потому что мы в первую очередь поздравляем мужчин, как наших защитников, а себя, естественно, ассоциируем с их Отечеством. Выпускница Петербургской консерватории Лариса Луста всегда эмоционально и загадочна, а сила ее голоса не имеет границ, и даже перебои электричества не смогли помешать ее выступлению. Ветер ударил крылом, и на дороженьку чару глубокую всем поскорее вино. Очень приятно, и очень хорошие концерты, очень такие теплые, доброжелательные. То есть, вот, вы знаете, такое вот домашнее, очень хорошее впечатление, и очень я благодарна, конечно, вот нашим властям нашего района. Живой и яркий концерт не оставил равнодушных. Артистам удалось создать праздничную атмосферу, а бурные зрительские овации лишь очередное тому подтверждение.